Здравствуйте, друзья! Вот такого очаровательного скелетика мы с вами уже плести умеем. Нравится мне такой темлячок, но есть у него один минус. Все-таки достаточно он длинный. Несмотря на то, что он получается симпатичный, все-таки из кармана торчит достаточно много. Поэтому давайте мы с вами попытаемся сделать скелетик 2, который будет покороче. То есть понадобится нам бусина. Вот у меня есть вот такая вот, да, с дыркой, с отверстием вот таким горизонтальным. Но лучше все-таки с вертикальным получается красивее. Ну, какое есть. То есть продеваем паракорд. Какой кусочек паракорда есть, тот и используем. Ну, в конце концов, это же ваш нож, правильно? То есть и нужный размер можете знать только вы. Тут я вам не указчик. То есть тот размер, который вы посчитаете нужным для вашего ножа, тот размер и будете делать. Ну, я так приблизительно прикину, ну, наверное, вот такой. Да? Вот так где-то. А дальше все просто. Смотрите, поворачиваем. Да? Выбираем размер. Ну, наверное, вот так. А дальше делаем так, как если бы мы с вами делали обычный вот такой вот браслет. То есть, вот эту часть пускаем сверху. Вот эту пускаем снизу. И затягиваем. То есть вот здесь вот сейчас выбираем примерно так, как нам надо по длине. Сильно не тянем. Опять сверху, снизу. Ага. Видите, вот я и ошибся. То есть вот этот вот идет у нас сверху, а вот этот снизу. То есть тот, который первый раз сверху пошел, тот всегда сверху и идет. То есть можно завязать вот здесь узелок, чтобы не забыть, да? А можно смотреть вот по вот этой линии. То есть та часть браслета, да, в данном случае нашего темляка, где вот эта вот линия на данный момент находится, ту вверх и кладем. Вот мы сделали первую стежку. Теперь можно вот этот вот затянуть хорошенечко. Все, длина нашего темляка вот такая будет. Ну, дальше поехали. Вот она, с этой стороны линия, значит, этот кладем сверху, этот снизу. Затянули. Я думаю, вы сейчас посмотрите и скажете, господи, стандартный, да, такой темляк. Ну да, стандартный. То есть, я думаю, большинство из вас, в принципе, сами додумались такой темляк плести. Тут я никаких вам откровений не сделаю. Да, честно говоря, даже и не пытался. Ну вот можно было, если бы мы это делали на, понимаете, да, уже вот закрепили бы сразу затемлячное отверстие, конечно, можно было вот это сделать поменьше. Но так как мы потом все-таки будем пытаться вытемлять, цеплять, то вот эта часть, вот это кольцо, оно должно быть все-таки побольше. Ну вот смотрите. Тут сколько хотим и сколько позволяет длина паракорда. Вот здесь есть вариант. То есть первый вариант. Можно просто до конца доплести, сколько хватит, потом то, что тут осталось, отрезать, обжечь. И получится у нас такой обычный, ничем не примечательный темлячок. А можно сделать следующее. Мы же говорим о том, что это будет у нас, да, скелетик. Вот эту часть опускаем. Вот сюда. Вот наша голова будет здесь. А с ручками делаем так, как делали вот на вот этих. То есть наружу загибаем, вот так вот, раз, вот так вот наружу загнули вот таким колечком и вот сюда потом просунули. Я почему-то на это внимание обращаю, потому что главное это сделать симметрично, потому что видите, мы делали в правую сторону. Если мы вот это сделаем также в правую сторону,
то плечи будут несимметричны. Поэтому это, естественно, мы загибаем влево, наружу. И вот смотрите, у нас получился как бы не просто такой, да, обычный темлячок, который есть у многих, а вот этакий скелетик. Ручки есть? Есть. Голова есть? Есть. При этом, если бы мы его сделали, допустим, вот сразу на ремне, сразу на ноже вот таким маленьким, видите, сколько мало места он бы занимал. Ну, в принципе, и так тоже. Ну, давайте пробуем какой-нибудь большой нож повесить. Посмотрим, что из этого получится. То есть, думаю, объяснять 10 раз не надо. Все поняли, да, что если плетем сразу уже на конкретном ноже, то, ну, отверстие темлячное оставляем, ну, рядом с темлячным отверстием столько паракорда, сколько надо. Столько, столько, хотите подлиннее, столько. Если все-таки просто плетем из расчета того, что потом будем использовать на разных ножах, то тогда, конечно, делаем вот это колечко побольше, чтобы хватило на все манипуляции с завязыванием. Так, ниточку продели. Опс. Есть контакт. Вот такой прикольный получился у нас темлячок. Скелетик 2. Ну, конечно, по сравнению с этим выглядит менее реалистично, но зато занимает меньше места и реально прикольней, чем если это было бы просто вот такое вот плетение. Всем спасибо за внимание. До свидания.